Отмена массовых мероприятий на Новый год – не повод отказываться от праздничного настроения. Как сохранить тепло и доброту наступающего праздника в условиях пандемии, гадают по всей России. С просьбой о помощи обратились даже к первому лицу страны. Я прошу вас поддержать акцию «Новый год в каждый дом». Идея о сохранении новогоднего волшебства в условиях пандемии прозвучала от волонтера из Ивановской области. Это произошло 5 декабря на видеоконференции добровольцев с президентом России. Владимир Путин пообещал подумать. Сам подумаю тоже на эту тему. Как сделать так, чтобы Новый год был в каждом доме, несмотря на известные ограничения, связанные с пандемией. Спустя 5 дней, 10 декабря, по всей России началась волонтерская акция «Новый год в каждый дом». Силами местного добровольческого движения мероприятие проходит и в Десногорске. Здравствуйте! Как ваша жизнь? Ждали Дедушку Мороза? Ждали. А снега ждали на улице? Очень ждали. Ну вот мы и пришли. Традиционные символы Нового года – Дед Мороз и Снегурочка – а главные герои наступающего праздника – юные горожане из самых разных семей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. Волшебство будет и у детей медицинских работников. Их родители по праву стали героями 2020 года. В качестве подарка уже более 130 детей получили наборы сладостей и веру в то, что Новый год будет несмотря ни на что. Вот и пришла зима. Пришел дедушка и пришла зима. Всем счастья и счастливого Нового года! Общероссийская волонтерская акция «Новый год в каждый дом» действует по 30 декабря включительно.